Так, ну конечно, нужно поворачивать, я опять забыл. Так, это кто? Профессор Сави... А, это Ны... Подожди, это лысый Неймар? Серьезно? Это лысый Неймар. Ебать, ты что тут делаешь? Так, это ее эти детские рисунки. Типа, отец похож вообще на какого-то Иисуса. Пришла темная женщина с бабочками вместо лифчика. Потом появился лысый Неймар. А потом, короче, включили музыку и пришел убийца с ножом и пистолетом. А потом ее мать медсестра. Внезапно, да? Да. Так, я рисую, между прочим, что-то там. Так вот танк, а это кто был тогда? Ой, блядь, извините. Я всегда знал. Вот, когда лежишь и нихуя не делаешь, это эволюция. Все говорят, ты лень, нихера не делаешь, надо что-то... Надо. Это, сука, эволюция, лечь спать, ты понял, эволюция. Вот всем, всем. Вот смотри, в следующий раз тебе кто-то скажет, ты опять сидишь, ничего не делаешь. Просто включаешь вот этот отрезок, показываешь, смотри, смотри, показываешь такой, лечь, смотри, я ложусь. Эволюция, алло! Может быть, я после этого сна стану гением каким-нибудь, в конце-то концов. Так, хорошо. Эволюция поколения. Если что, я художник. А, рисую крестик. Крестик я умею рисовать. И могу вот полукруг тоже нахуячить вообще без проблем. Возьми два яйца с тобой в карман. Возьми два яйца. Одна змея улетела, следующую быстренько выломил и запустил ее. Вылупил и запустил. В чем проблема-то? Вот, делов-то. Да отстань, иди нахуй. Я в душе не ебу. Ты что? Нет! Нет, я не хотел, чтобы убивалась. Нет, я хотел, чтобы поел. Ой, блядь, зачем? Да я не хотел. Я хотел иметь в виду, чтобы он с нами поехал, друг был мой. Да не надо, не убивай ее. Да и не про это я хотел. Ебать ты, додич, короче. Я не так хотел сделать все, не так я хотел вот сказать, короче, под больницей пиздец, амбрелла, лаборатория, там жопа, давай все вместе выясним, он пошел ее арестовывать, покой, хуй ты ее пошел арестовывать, на другой стороне преступник, но нет, мы не узнаем правду. Ой, ладно, мы закончим, короче говоря. Blah.